Здравия желаю, уважаемые телезрители. Вот сегодня, значит, вот такая печка, галоген. Притронуться нельзя вообще. То есть горячая. Значит, потребляет 20 ватт, а тепла минимум на киловатт. То есть КПД у ей. Галогенная лампочка вот такая внутри. Маленькая. 20-25 ватт по счетчику сходит. За счет того, что баночка маленькая, получается бешеный нагрев. То есть КПД такой системы. Ну, наверное, сейчас вам скажу, если 20 берет где-то киловатт минимум тепла, пожалуйста, 1000 разделим на 20, помножим на 100. 5000% КПД. Ну, в дальнейшем я планирую это переделать на бестопливную, пока 20 ватт. Как батареи подойдут. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне.